Всем привет! Ты на канале Лепка Ок. Меня зовут Камила, и сегодня я покажу, как слепить гнев и хандру из мультфильма «Головоломка 2». Скорее ставь лайк, и мы начинаем! На очереди гнев. У него светло-красная кожа, колючие оранжевые волосы, красные брови и красные глаза. Он носит белую рубашку с красно-серым галстуком, коричневые брюки и черные ботинки. Этот персонаж довольно вспыльчивый парень, которому дорогу лучше не переходить. Сожжет или наваляет кулаками на раз-два. Символично, но гнев ростом ниже практически всех остальных эмоций. Это лишний раз доказывает, что действие мультфильма происходит в голове у хорошего человека, совсем не гневливого, только в крайних случаях. Как и все остальные эмоции, гнев у Райли не только разрушительный, но и созидательный. Например, к нему обращаются, когда девочке нужно выложиться на полную мощность во время хоккейного матча. Здесь красному парню даже не пришлось конкурировать за возможность управлять происходящим. Бразды правления ему все уступили добровольно. Гнев бывает не сдержан, но в критические моменты готов поддержать остальных и напомнить всем, ради чего нужно работать. Напиши, кто твой любимый персонаж из этого мультсериала и какой эмоцией ты себя считаешь. А вот и 10 подписчиков из прошлого видео. Ребята, вы молодцы, что первыми верно посчитали желтые шарики. Ну а если хочешь попасть в следующее видео, тогда ставь лайк, подпишись на канал и посчитай, сколько огоньков появится в этом ролике, а я выберу первые 10 правильных ответов.
это хандра. Это эмоция, которая появляется у любого ребенка, как только он подходит к переходному возрасту. А в комплекте с ней идет желание общаться только в пассивно-агрессивном тоне, затворничество в собственной комнате, пристрастие к онлайну и стабильно скучающий вид. Вот и Райли настигла такая участь во второй головоломке. Хандра выглядит как типичный флегматик. Она демонстративно редко присоединяется к компании, предпочитая залипать в телефоне, и даже пультом управления эмоциями руководит дистанционно. Ее длинные волосы и пижама цвета индиго отсылают к стереотипному образу подростков, которые бунтуют против всего подряд. Хорошо, что Хандра не очень активно участвует в управлении Райли, ведь у такой энергичной девчонки скука просто заберет классные воспоминания и возможности. Oh, oh, oh.
Вот такие классные персонажи у меня получились. Гнев и Хандра теперь пополнят мою коллекцию фигурок. Напиши в комментарии, кого мне слепить в следующем видео. А еще не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал.